Смотрят. Приветствуем всех, с вами комментатор Олег Соломах и Дмитрий Анисимов. Мы играем на Chess.com. И что мы отвечаем на это? Я не знаю даже, чего ему ответить. Давай Е5. Сейчас вот хочется играть уже то, что знаешь. Вот реально, вот что-то как-то мозги вообще не соображают. Вот такая вот схема, которая уже игралась 1000 раз. Да, вот так вот все это расставляется симметрично. На c3 слон b6. Вот слон b3, да, соперник просто начинает тоже толочь воду в ступе. Такая абсолютно неинтересная позиция. Слон e6 ходит или нет? Ферзь e7, слон e6. Ну сейчас будем обострять, куда деваться. Раз неинтересное, будем обострять. Как говорит Никита. Очень неинтересные. Потому итальянку голоса не говорит. Тут вообще нет жизни. Все это вранье. Итальянку гросса играет. Не, на уровне четвертого разряда это нормально, это весело. Все это неправда. Вот не слушайте Диму сейчас. Итальянку играют, можно даже статистику привести. Итальянку играют очень многие сейчас, даже гроссмейстеры и... Сейчас просто многие гроссмейстеры перешли к старым дебютам. Да, Дим. Ну давай, вспомни, я из последних супер-турниров, какой гроссмейстер играл итальянку. Венскую с Шахриямом Медияров играл старую. Итальянку тут никто не играет. Так, что бы здесь сделать? Как сюда жизнь вдохнуть? Е5 не играть. Вот как. Ага. Ну вот уже какая-то жизнь. Так, если конь Е5, конь Е5, конь Ф4. Не знаю. Непонятно. Не будем жертвовать пешку. Зачем жертвовать, когда можно обойтись без жертв, да? Да соперник он просто хочет в наглую просто вот взять и съесть. Ну, вполне разумно. Не будем ему в этом препятствовать. Держи, как говорится, ешь. Ну, пока не вкусно, да? Чё-то пока ему неохота, видимо. Так, чё где? Ну и что делать? Конь h5? Нет, там он будет подвисать. Почему? А где он будет подвисать? Мне нравится висячие фигуры. А где он будет подвисать? Нет. Нигде. На конь e5, конь f4, не знаю. Чего? На конь e5, ладья e5. Не, да, все правильно. Блин, я убитый вообще сижу. Да, тогда конь просто идет на... Как? g3 же он не пойдет? Конь g4, конь e4. На ферзя напасть. Конь e4, да? Ферзь g6, d4, не знаю. d4, ферзь f4. И как-то что-то... Ну вот уже жизнь началась, видишь, а ты говоришь. Какая жизнь? Как так, какая? Конь e4, если... Ну бить явно не надо на f4, на e4. А, вот так. Надо бить на f3. Зачем? А если конь f4? Промежуток должен быть. Да, ну потом нам все равно придется бить. Вот, видишь, теперь можно и не бить. Ну, он же нам будет мешать только. Наверное, надо бить. Просто толкучь. И сразу вот сюда будет прыгать. Вот такая вот позиция. Преимущество двух коней. Так, ферзем или пешкой? Зачем пешкой? Ну отстала пешка D. Ну не надо давить. Зачем нам перегораживать линию D? Согласен. Поэтому. Ага. Так, если ладья E6. Нет, а если ферзем на C3 просто. Хорошо. Вот так вот, Дима. На D3 напал, на слона напал, на D3 давлю. Дима, вот просто как это сказать? Дима любит играть позиции с лишним материалом. Сразу, ну, а сразу видна разница вот в стиле.
Я вот даже туда не смотрел. Но сейчас, правда, действительно, мы съели пешку. А белые как бы вообще ничего за это не получили. Просто взял и съел. Так, надо сдваиваться по линии D как-то. Но за пешкой E5 присматривать. Давай вот так, ладья E6. С идеей ладья G6. На E5 висит, говоришь. Надо еще ферзь C5. А, на коня напал. Вот теперь конь не идет на 4. Ладья E6 плохой ход, видимо, ладно. Конь не идет на D4 через E6. Вот что плохо. Ладно, ну надо коня уводить. Уводим. Увели. Так, угроза D4 возникла. Ну, уводим ферзя просто. Дадим? Нам надо... Да, надо сыграть ладья D4, ладья D6 и как-то коня переставить. Короче, сейчас у нас конь сильный, вот так вот играем сейчас, просто давим вот сюда. И сейчас F5, F4 я еще хочу, вот так вот, в наглую. Вот на B7. Да, господи. Это вообще какая-то мелочь жизни. Мелочь, но ты ее защитил. Ну, жалко отдавать, раз уж ты завоевал все, что нажито непосильным трудом. Так, как... F5, H5, F4, ну нормально же. Можно сыграть конь F4. Правда, отдать на E5, но правда забрать на G2. Ну ладно, это все бред. Он хочет сыграть H5. Ну, а я хочу F5, H5, F4. Он бьет коня, я бью ладью. Ну вот это еще нормально. Ой, не то. Вижу теперь, что не то. F4, если оно надо. Просто потом мы конем отойдем, на E5 упадет. Да что ж такое? Что ж ты советуешь сегодня, а? Дима сегодня не в форме совсем. Вот, он же просто отошел и все. А если побить на G3? А зачем так? А побить на G3? Вот оно как. Оказывается, бить нельзя, да? Там ладья F2 и печаль. Да, но коню все равно придется рано или поздно уйти. Вот, видишь, коню все равно пришлось уйти. Так, теперь он может уйти, и пешка не теряется. Просто он не может ладьей брать, просто опять на F2 ударим. Конь просто может... Так он на C5 возьмет ферзя. Какого ферзя? Конь E7. Ну, ладья E5. Ладья F2, ладья C5. Да. Тогда мы можем ферзем на F2 взять. И все равно лишняя пешка. Да, ферзем вот на F2 это хорошо. Вот ферзем на F2 отлично. Пешка действительно лишняя. Так что ничего мы не отдали. И времени больше, нам не намного. Ладья E6, ладья F6. Ну и мура-мура. Нет, меняться хочет. Ладья F3. Не меняемся. Не, ну... напугать его. Короче, и дальше не меняемся, да? Не хотим меняться вот, в наглую. Ладья E5. Надо же его побеспокоить сначала. Потрепать нервы. Нет. Так, я ж могу взять. Я ж могу взять. У меня ладья провисала, конь F7, если бы ты зевнул бы ладью, в чистом виде причем. Да. А вот это вот тоже так. Полный бред, потому что я играю ладья G5. На G3 висит. Надо коня вытаскивать, он мне на H8 не нравится. Ну мне тоже, но на эту ладью, вот что с ней, с этой ладьей делать? Можно сыграть просто король F7, можно сыграть? А, тогда ладья E7 шах. Конь G6, вот так вот. Угу. Время уже мало. И теперь... А, он побил. Давай, сходи ладья Е2, пожалуйста.
Нет, он хитрый. Тогда король f7 просто. И сейчас на время надо играть уже. И надо коня перестраивать. Опять. Куда-то его тащить. Ну, у него время, он по времени поиграет. Вот, надо это так, сразу хоть... срочно закрыть. Срочно закрыть это хозяйство, шах. Капитан незаметность. Есть капитан очевидность, а это капитан незаметность. Давай король f2 играй. Или нет, не хочет опять под вилку. Ну, теперь у нас уже явно лучше, потому что король идет на d6 и полная блокада. У нас явно лучше, потому что у нас еще лишняя пешка. Нагло съеденный еще в дебюте. Ну просто взял. Да. Благодаря Диминому запасу, то есть благодаря вот этой вот пешке, удалось выиграть. Ну, радостной игры, конечно, не получается, но вот вы, друзья, сами видите, что на таком уровне, как бы, это... Возможно, в принципе, где-то, но... На таком уровне дают пешки, их надо жрать. И потом цепляться за них. Да, ну, кстати, Дим, мы не с тобой уже неплохой рейтинг наварили. Угу. 20-31. Ну что, всем спасибо, всем пока.